Каникулы – чудесная пора как для школьников, так и для студентов. Это время найти занятия по душе, наиболее интересно провести свой досуг. Некоторые учащиеся брестских учреждений образования решили посвятить каникулы спорту. Очередное мероприятие, организованное сотрудниками Управления внутренних дел Брестской области, Управления спорта и туризма Брестского облисполкома, а также комиссии по делам несовершеннолетних, собрало их вместе во Дворце спорта «Виктория». Здесь проходило соревнование по мини-футболу, которое уже на протяжении многих лет привлекает не только трудных подростков, но и всех желающих проявить себя. На период проведения осенних каникул в учреждениях образования области Управление внутренних дел взаимодействие с заинтересованными ведомствами как областного, так и районного подчинения на территории области проводится областная профилактическая акция «Полезные каникулы». Вот. Уже исходя из названия, конечно же, можно сделать вывод, что главная цель данной акции – обеспечить в первую очередь занятость несовершеннолетних. Особое внимание, конечно же, обращается на подотчетных, то есть подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Организация их досуга, занятости – это одна из форм профилактики противоправного поведения. Поэтому в рамках данной акции мы хотим как раз-таки обеспечить занятость несовершеннолетних. Подобные общепрофилактические мероприятия проводятся в Бресте не первый раз. Интерес к ним со стороны подростков, надо сказать, не ослабевает. И поскольку пристальное внимание сотрудников УВД направлено на молодых людей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, именно для них организовывается множество конкурсов и состязаний, викторин и лекториев, главной целью которых является донести до подростков, насколько полезным и увлекательным в то же время может быть досуг. Практика показывает, что поставить на путь истинных молодых людей помогают лучше всего не беседы и нотации, а реальный пример тех же милиционеров, которых в процессе игры подростки начинают воспринимать как не представителей закона, только наказывающих, а как добрых наставников. Принимаю первый раз, так как привлекался за нарушение в лицее. Чтобы как-то подружиться в команде, чтобы потом было легче по жизни, я думаю, так. Проведение подобных мероприятий для трудных подростков – хороший способ привлечь их к занятиям спортом, тем самым отвлечь от дурных компаний и неблагонадежных друзей. Турнир по мини-футболу, прошедший в рамках областной акции «Полезные каникулы», стал очередным этапом в профилактической работе сотрудников различных ведомств, которые прекрасно знают, молодежь нужно воспитывать. А как это делать, подсказывает и время, и сами ребята. В первую очередь эти мероприятия проводятся для того, чтобы была профилактика правонарушений, пьянства, наркомании, токсикомании. Недаром сейчас летние каникулы. Дети предоставлены сами себе. Мама, папа на работе, родственники все заняты своими делами, а ребята предоставлены сами себе. Для наших детей до 18 лет в первую очередь заинтересованы как кинотеатры города Бреста. В рамках профилактики правонарушений проводятся лектории с выступлением наркоконтроля, с представителями религии. И необходимо отметить, что для детей созданы все условия для того, чтобы они развивались и были здоровыми. София Бережная, Сергей Куропатов, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.